Это условный пожар в районе села Кубанка Калманского района. Настоящий здесь был в 2018-м. Тогда огонь перешел на жилые дома. Населенный пункт относится к одному из подверженных ландшафтному пожару. Поэтому здесь оперативники провели учения. Согласно легенде, вблизи поселка действует очаг возгорания. Причина пожара – сухой грозовой разряд. Далее сильный порыв ветра, и уже полыхают жилые дома. Задача – не допустить дальнейшего распространения пожара. На учение привлекались силы и средства первого пожарно-спасательного отряда, силы и средства РСЧС Калманского района, добровольцы. Также была применена беспилотная авиация для мониторинга условного пожара с высоты и возможности перехода его на ближайшее строение. Огнеборцы не только ликвидируют возгорание, но и работают с администрацией поселка. Алгоритм следующий – передать информацию о пожаре, оповестить и эвакуировать население. Также ведется сбор добровольных пожарных и привлечение техники для проведения дополнительной опашки поселка. Эти учения для нас – это практические занятия, способ отработать все взаимодействия между всеми структурами – это МЧС, пожарная часть. Сегодня приглашены здесь все главы сельсоветов, все службы района, чтобы посмотреть, как это на практике происходит, устранение таких ландшафтных пожаров. Всего на месте условного возгорания работали 50 огнеборцев, задействовали 8 автоцистерн, пожарно-насосную станцию и другую технику. В свою очередь спасатели напомнили, пожароопасный сезон в регионе действует с 12 апреля. Татьяна Голубева, Мария Костылева, «День с толком».